скучная и стереотипная реклама зачастую бывает безрезультатной, потому что она никому не интересна. Однако, оригинальная и креативная коммуникация тоже нередко не способна достучаться до потребителя и остается предметом восхищения исключительно профессионального маркетингового сообщества. Как сделать эффектную рекламу ресторана эффективной? Как заставить креатив служить экономическому результату? Поговорим об этом на рестопрактиках в Киеве 4 апреля. До встречи, товарищи рестораторы!